Приветствую вас по ряду причин. Я не буду зачитывать текст вопроса. Мне кажется, что эта информация достаточно личная, достаточно конфиденциальная. Вот, чтобы раскрывать ее на, так скажем, более широкую аудиторию. Вот, поэтому мне кажется, что так. Суть в том, что автор вопроса боится признаться в чувствах другому человеку. Вот. По ряду причин. Вот. Как бы, ну вот именно что по ряду причин человек боится признаваться в своих чувствах. И при этом вот говорит, что хочет быть человеком. Автор вопроса говорит, что хочет быть, хочет помогать по жизни. Этому, ну, этому человеку. Вот. Хочет, в общем-то, таких вот достаточно высоко духовных отношений, как мы можем видеть в этой, ну, в этой ситуации, в этой связи. Но вот есть такой, в данном случае, страх признаться, страх того, что в ответ будет такое вот, ну, получается, безразличие, вот. И страх этот, ну, на мой взгляд, вполне понятен, вот. Почему понятен этот страх? Давайте вот попробуем разобраться. Как мне кажется, основная ваша сложность заключается в тревожности, стеснении. Основная ваша проблема заключается в этом. Тревожное стеснение и проблемы с самооценкой. Вот. Также, на мой взгляд, вы немножечко, как мне кажется, путаете две вещи. То есть вы, условно говоря, путаете свои чувства к человеку. Вот. С тем, чего хотите вы сам. Вещи это несколько разные, вещи это несколько различающиеся по, ну, по сути своей. Вот. И, на мой взгляд, смешивать их крайне нежелательно. Потому что речь идет все-таки именно о другом человеке. Вот. И ваши ожидания совершенно легко человек может не оправдать. Вот. Не потому, что он плохой, а потому, что он вот не такой, каким вы ожидаете его увидеть, например. То есть проблема здесь, вот, на мой взгляд, может заключаться, конечно, вот в первую очередь в этом.
то просто вот вы, ну, просто можете быть разочарованы. Это первое. Вот. На мой взгляд, человек уже сейчас на данном этапе, скажем так, ведет себя по отношению к вам достаточно обесценивающе, то есть если он говорит, что у него в приоритете другие контакты, а не вы, да? Вот, то по отношению к вам, ну, это достаточно обесценивающая история. А вот, к сожалению. И вряд ли на таких, скажем, на таких принципах, да, на таких основаниях, на таком уровне взаимодействия, вряд ли можно построить какие-то, серьезные отношения. Вот. То есть я просто хочу, чтобы вы как-то вот это, зафиксировали, чтобы вы это понимали сейчас. Вот. Чтобы вы понимали этот момент, что на данном этапе, вот, на этапе, когда по большому счету ситуация такова, что человек вас, ну, скажем так, ставит на свое место, как бы. Вряд ли можно рассчитывать, да, на что-то вот такое, адекватно. Просто опять же, потому что, будь как бы у него чувство, да, так бы он себя не вел. Вот. Поэтому, на мой взгляд, скромный взгляд, я бы, конечно, в этом смысле в первую очередь, наверное, спросил бы себя, вот каких я хочу реакции. Вот. То есть если я хочу, реакции, например, обязательно, чтобы мне ответили там взаимностью, да, допустим. Вот. Если я хочу таких реакций, вот, то, наверное, в таком случае не имеет особого смысла человеку говорить о своих чувствах, вот. Потому что, не будет, скорее всего, такой реакции, какой вы хотите. Вот. То есть это нужно понимать достаточно,
четко, то есть нужно понимать. Вот. А если вы не тяготеете к, скажем так, ну вот какой-то определенной реакции, то есть если вы не требуете вот обязательно того, чтобы человек вам отвечал взаимностью, так скажем. Вот. Если такого требования у вас нет, то в таком случае, ну, можно говорить о том, что вы можете ему рассказать. Вот. Но, на мой взгляд, как вот вы это описываете, да, на мой взгляд, все здесь очевидно, что вы хотите, ну вот, вы хотите именно вот, скажем так, ну какой-то вот, какой-то реакции вы хотите. То есть вы хотите именно вот, чтобы, ну, к вам как-то отнеслись, чтобы ответили взаимностью. Вот. Мне кажется, что ваше общение сейчас, на данный момент, оно слишком, вот я бы сказал, что оно слишком формально. Ну вот, опять же, исключительно по моему мнению, ну вот, ваше общение слишком формально. Вот. Мне кажется, что нужно бы ну, добавить каких-то, ну, скажем так, компонентов во взаимодействие. Вот. Я бы так, наверное, на этот вопрос бы вам ответил. Вот. То есть мне кажется, что не хватает вот именно не хватает постоянства в коммуникации между вами на текущий момент. То есть вам бы его человека. Вот. Понимаете, какая штука? То есть вам бы узнать его. Вот. Узнать получше, как-то более разносторонне, что ли. Вот. Потому что не хочу вас ни в коем случае как-то вот демотивировать, да, но есть такое ощущение у меня, что вы как будто идеализируете его. Вот. Идеализация — это, ну, никогда не хорошо. Вот. Идеализация не помогает. Идеализация никогда не дает ничего хорошего. Вот. Кроме только, ну, таких вот историй, да, значит, ну, что мы разочаровываемся. Вот. То есть вот я бы, вот, ну, в какой-то степени такой бы вам ответ предложил. Вот. И одновременно с этим,
одновременно с этим, на мой взгляд, вот, что очень важно, вот, это работа с вашей самооценкой. Вот. То есть одновременно с этим это вот работа с вашей самооценкой. Потому что, ну, на мой взгляд, вы позволяете человеку, ну, вести себя с вами, вот, совершенно, вот, совершенно неподобающим образом, то есть, ну, откровенно с собой, вот, в этом смысле пренебрегать, вот. Понимаете, да, какая штука здесь? И вот это, конечно, очень, ну, на мой взгляд, это нехорошо. Вот, это нехорошо. Вот, это совсем, совсем нехорошо. Совсем, совсем нехорошо. Вот. И если вот мы, ну, если мы можем, да, что-то для вас сделать, вот, если мы можем что-то для вас сделать, то вот как раз, как мне кажется, мы можем сделать именно это. То есть, ну, то есть помочь вам вот себя ценить, вот. Помочь вам себя уважать, вот. А сейчас вы, вот, ну, к моему большому сожалению, да, вы этого не делаете, то есть вы себя не уважаете, не цените, вот. И пока это так, вам будет сложно выстраивать взаимодействие с людьми, наверное, в целом будет сложно выстраивать взаимодействие. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.